Piotr Pavlensky, a controversial Russian artist and activist, has been arrested in Moscow after he set fire to the entrance of the headquarters of the FSB security service. Innym razem nagi, owinięty w drut kolczasty, leżał pod petersburskim parlamentem. Akcja Tusza była protestem przeciwko przepisom ograniczającym wolności. Навчений Майданом, він разом з кількома активістами в Пітері 23 лютого на День захисника вітчизни запалює барикади шин. Это ненормально, что он... А кто же говорит, что это ненормально? Он доказывает. Он уже доказывает, что он ненормальный. Внешне это казалось неадекватным. Для подавляющего большинства людей, и для психиатров, и для психологов, это поведение неадекватно. Художник Петр Павленский стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве за так называемую акцию на Красной площади в Москве. Как он имеет право взять и за яйца примиться на Красной площади? Там же Ленин лежит. Ленин вечно живой. А вдруг этим гвоздем он заденет ему третий глаз? А! Я, конечно, безумно по нему скучаю, то, что его сейчас нет. Для меня это самый близкий друг, во-первых, человек, с которым мы общались там 24 часа в сутки. Сейчас это меньше, и поэтому, да, мне сложно. Петя! Ла-ла-ла! День рождения, Петя! Ну вот, это Петя, вот. Он проходит туда, чтобы спасти меня, вот. Тысячи репетиторов, инструкторов, тренеров. Обстати.ру